Фонит у меня тут нереально. Видно вам? А что я вам хочу показать? Очень хочется проверить. А есть ли там кровососы? Сиди не сиди на базе, а артефакты сами в контейнер не спавнятся. Решила отправиться на вылазку в деревню Кровососовку. Нету здесь входа. Как же они туда залазили? Под низ, что ли, лезли? Хер его знает. Но на этот раз, кроме обширной дозы радиации и очередных приключений на свою пятую точку, я ничего не заработала. Входа нет. Странно. А как же сосычи? Из-под земли раздался дикий рык, бег, топот. Я-то думала найти арты, пружины, батарейку. А в результате нашли меня. На обед, а может и на завтрак. Интересно, кровососы сегодня завтракали? Думала я, улепетывая со всех ног. Может, они не голодные? И тут под моим ухом просвистел выстрел. Рефлекс сработал моментально. Или дура, или я на завтрак туриста для сосочей. Выбор очевиден. Лежу мордой в пол, слышу, бегут. Ну все, хана мне. Ой, мамочки! Вставай, Рапунцель! Слышу до боли знакомый голос. Моя группировка так иногда меня называет. И долг. Эти-то откуда? Кровосос оказался один. Лежал, как и я, по-пластунски, с транквилизатором в спине. Нас обоих доставили на нашу базу свободы, где временно базировались ученые. На каждого 100 тысяч долгов, 100 тысяч свободы. Да. А не на каждого. Давай, транквилизатор ему и анализы крови быстро пока живой. Доктор, недолго там дурочка пошится. Он уже начинает приходить в себя. Давай вновь, что ли? Лейкоцитоз справа. Что с лейкоцитами? Сколько? Какой судовой показатель? 1,08. Лейкоциты 4,7 на 10. Пойдемте, пойдем делать анализы. Сделаем укол, чтоб он уснул. Часов на 20, блин. Пойдем, пойдем уже анализ. Делай что хочешь. Пока на свежее. Мы сделаем укол, все, блин. Ну, так. Скажите, скажите, подумайте на нос. Да. Исследовать будет нечего. Это просто реакция. Пошли. Терминатор.